Приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня 17 марта 2019 года. Мы начинаем первые поливы и кормления растений, которые были высажены 3 марта. Перед тем, как снимать данное видео, я уже обошел все теплицы и для себя принял решение, как я это буду делать. На данную теплицу мы выльем тонну воды, в которой мы растворим 750 грамм селитры аммиачной и 750 грамм нитрата кальция. Да, это довольно большое содержание азота, но я считаю, это необходимо сделать, так как растение имеет сильно такой выраженный генеративный вид, вследствие того, что после высадки у нас был только один полив, потом мы подсушили растение, чтобы усилить развитие корневой системы, чего мы добились, и растение было в небольшом стрессе из-за высушивания корнеобитаемого слоя, и быстрее оно зацвело. У нас сейчас цветет первая кисть, кое-где начинает цвести вторая, мы добились, чего хотели. Теперь необходимо поработать над вегетативной массой растения, усилить точку роста. На мой взгляд, она довольно генеративная, и надо придать растению жизненной силы. Сейчас посмотрим на растение, как оно выглядит, и убедимся в том, что это необходимо сделать. Итак, 17 марта. Находимся в теплице, в которой только что снималось видео. И смотрим на наше растение. Видно, уже растение цветет. Так, ручная настройка камеры. Первая кисть цветет и довольно слабая точка роста. Необходимое усилие, она должна быть немножко больше, толще. Поэтому первый полив у нас будет с хорошим содержанием азотных удобрений. Также видно. Кисть. Хорошо цветет первая кисть, но точку роста нужно усилить. Вот также открывается вторая кисть. Сегодня у нас будет полив с азотными удобрениями. И через 3 дня посмотрим на растение. Если нужного развития не будет, то по листу будет еще обработка. Обработка будет по листу нитратом кальция. По верхней части растения, по точке роста. 20 грамм на 10 литров разбавим. Добавим еще какой-то антистрессант на основе аминокислот, чтобы лучше усвоился нитрат кальция. Это будет сделано, если вдруг нам не хватит того азота, который мы сегодня внесем при помощи селитры аммиачной и нитрата кальция. Пасынки еще на растении не удалялись. Вот они. Завтра будем уже удалять пасынки. Также в теплице развешали феромонные ловушки. Довольно чистая. Уже есть первые плоды, которые опыленные. Сейчас поближе посмотрим. Тут видно следы. Так, наслоить фокус. Следы шмелей. Здесь еще не был. У нас 4
гибрида, и они все довольно ранние. Также видно, что они довольно одновременно зацвели, немножко отличается капонет компании Сингента. Он там уже первая кисть заканчивает цвести, вторая на процентов 50 уже цветет. А так Бастина, Панамера и Вреслер, они довольно одинаково цветут. Так, вот какой цвет растения у нас имеет. Видно, что вот салатный цвет. Необходимо добавить более азотных удобрений, чтобы выровнять растение. По элементам питания. Мы прошли теплицу, увидели, как растут растения. Цветет первая кисть, кое-где начинает также цвести вторая. Точку роста увидели, она, да, довольно генеративная. Сегодняшний полив с хорошей дозой азотных удобрений, это, считаю, правильное решение. И дальнейшие у меня поливы будут с набором элементов питания. На сегодня все. Завтра, наверное, буду снимать очередное видео по соотношениям элементов питания, какое соотношение какого элемента питания будет в растворе. Также хотел добавить, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Это довольно интересно, когда смотришь на свои видео, и они набирают просмотры, и стоит палец вверх. Это приятно, и видно, что работу, которую я делаю, не проходит зря. Спасибо за просмотр. Всем хороших урожаев.